Всем привет! Сегодня на моем канале «Готовить как дважды два» я покажу вам, как варю сырный суп. Я заранее почистила и нарезала картофель. На крупной терке натерла морковь. Вешенки у меня были заранее порезаны и заморожены. Фарш я перекрутила с луком, кипящую воду солим по вкусу. У меня это примерно чайная ложка соли. Из фарша скатываем вот такие шарики и отправляем в кастрюлю. Сюда же картофель. В разогретую сковороду наливаем подсолнечного масла. Высыпаем морковь, лук и грибы. И все пережариваем до готовности. Отправляем в суп и варим примерно 10-15 минут. Далее добавляем натертые сырки «Дружба». Перемешиваем. Даем повариться еще минут 5 и выключаем. Подаем, посыпав зеленью. Приятного аппетита! Готовьте, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. До новых встреч, мои дорогие! Пока-пока!